Йоу, даже можно рекламу посмотреть. Не, потом, ребят, потом, потом. Не до рекламы сейчас. 906 тысяч хп мы играли против Повала. Притом Шаляй, Клюков и Повар, они с нашего клана. Да, нет, а этот с Витязя, с первого клана Повал. И они встретились, видите, в одном бою. Мы встретились. Я их уделал под никнеймом Пилотка. И огненный шар. Я думаю, что за стальные шары, блядь? Огненный шар. Вот в чем фишка-то. Что там атом, ребята? Атом — это просто атом. Ну, атом — это даже не молекула, это атом. И получается, что атом — он атом. А вот огненный шар — он рулит, ребята. Классно сыграли, здорово. Мне понравилось. Огненный шар. Ребята, ставим лайки, оставляем комментарии. Что ж такое? Вчера под знаменем атом у нас были одни поражения. А здесь огненный шар прям-таки рулит. Что за хреноботина такая происходит? Может, действительно это какая-то аура кланов присутствует в этой игре. Всем привет, ребята, здравствуйте, это Братуха под никнеймом Пилотка Влажная. И я свободен, я опять вне клана, потому что атомцы не собрались. Ну, я не знаю, там просто не получилось играть с Водом, что-то там позже вечером. Куда уже вечером, 7 часов вечера. Ну, а если они собираются позже, то у меня нет времени. Увы, к сожалению, там до 9-10 ночи или когда они там соберутся ждать, чтобы заснять с ними видос. К сожалению, увы, я вышел из клана Атом, не хотят, как хотят. Ну, а так, если, в принципе, в Дискорде можно засветиться. И очень прошу убрать этот посторонний шум. Мама, я думаю, ты контролируешь детей, а? И я выкину планшет на этот, за балкон. Ну, а с вами Пилотка Влажная и Братуха Свободен. Учтите, ребята, поиск клана приглашенных кланов. О, еще много. Давайте попробуем зайти в клан Огненный Шар. Кстати, сохранились огненные шары. Еще один клан, смотрите, огненный клан. Давайте здесь представимся. Привет, вы играете на связи. И вообще, что они там в огненном шаре делают? Что это за клан такой интересный? Давайте посмотрим. Сашка 51 Рус, Пилотка Влажная. А, это я, да? Кайржен Шакун, Мангуст. Да, смотрите, тут есть свой Мангуст. Етобо... Етобе пизда. Есть такой даже никнейм. Татарин, Кайзер, Волчара. А игроков здесь всего три. Притом из них один я. Ну, давайте денек у них посидим. Завтра, в принципе, я выходной. Может быть, кто-нибудь там свяжется, что-то в чате напишут, что так-то, так-то, во столько-то времени будем играть. Ну, а мы под этим никнеймом Влажная Пилотка и... забыл, как называются эти стальные шары или что там, как там. Да, кстати, кто помнит, вот сейчас вот прокрутите в голове, как клан называется, и так, вы вспомнили? Я лично вот забыл, надо после боя обязательно посмотреть. Потому что, ну, реально подзабыл конкретно, что-то как-то вот бросилось сначала название клана «Стальные шары». О, «Стальные шары», точно. Ну что ж, я под стальными шарами, и это у меня какой-то там кружок, а потом один, это какой-то стальной один. Стальной шар один, да, один шар. Против нас играет Шоля Клуков. Шоля Клуков, наверное, его зовут. Он у нас на роботе каком-то кумихо, так и подозреваю. И еще в Рояль играет. Ох, нихуя, сразу кончился. Но быстро центральный маяк, в принципе, ребята взяли. Вот сейчас я буду биться со стальными... В шкуре стальных шаров буду биться против своих РВшников. Я забираю центральный маяк. Дьябло-шмабло, сейчас мы, ребята, давайте отхерачим. Чтоб жизнь медом не казалась. Отлично. Теперь нас тут двое. Повал у нас собирается атаковать. Но он не знает, что он играет против лидера клана своего бывшего. Лидера клана. Сейчас Мангуст рулит кланом русский Витязи. Так что можете давать Мангусту взятки, чтобы он вас взял в клан. А мы находимся на центральном маяке. И сейчас будет убийство. Убийство будет века. Заряжаем арканы. Нет, к сожалению, не очень высоко прыгает робот. Но сейчас точно будет убийство. Но нет, убийство опять не состоялось. Потому что мой робот очень низкий. И все арканы попали в этого грифона. Но не могу я на грифона нагонять тень на плетень, потому что мы с ним тут обороняемся неплохо, так я сказал бы. А у нас три маяка есть, и это уже здорово, классно. Алекс Шмаликс, Шоля Кулёв, Клуков, Шлюков. У нас там на каких-то непонятных сборках. Что-то он там на чем-то его сливают, понятно. О, центр, центр, ребятёха, ребятуха, как там, Алекс? Смотри, у нас тут парень один прыгает, и он, походу, этого парня-то слил. И он на тулумбасах, ребята. Хватит ли у меня моща и стальных яиц? Ой, еще один прыгает. Одного залил, а второй прыгнул, но ничего не поделаешь. Такие прыгуны, ребята, сейчас будем обратно центральный вояк отвоевывать. Одного бота я потерял, инквизитора. Как мы помним, игра с атомами там была печальной. То ли парень Бру был какой-то несчастливый, то ли сами атомы несчастливые. Ну, а стальные шары, или как там, шары и стали. Да, одни и те же никнеймы, названия. Давайте попробуем зацепиться за... Ох, ёпта, смотрите. Парень у нас тут... Сейчас мы его зашкварим, подождите. Сейчас вот мы его начинаем шкварить. Отлично, все проходит по плану. Сейчас, братуха тут сидит.
Все, в принципе, нормально. Я прыгнул, я вообще должен был быть в инвизе. Но мы сейчас с этого парня с русских витязей досливаем. Отличненько. Ну, парни вообще обнаглели. Еще справа меня кто-то бьет. Оборзели парнишки, все наши маяки забрали. Надо идти на правый маяк быстренько забирать. Пока мы не всрали тут конкретно. Хаечи не сможет забрать маяк. Этот парень на шоках или что он ждет? А, на таранах он, понятно. Ничего, ничего, возьмем сейчас маяк. О, парнишка тут бежит, сука. Мелкая, блядь. Очень помощь нужна, как бы, очень просто, вообще жесть. Отлично. 2-2 маяка, мы вообще мы проигрываем, такое ощущение. Надо на перекадышечку уходить, плюхи не получаем. Сейчас из центра нам помогут. Отлично, давайте на правый фланг попробуем соскакануть. Отличненько, еще одного парня забрали. Коста Матоста сейчас будем провоцировать на прыжок. Сами перекадешиваемся. Надо помочь на центре. Центр нормально, Павел там или повар. Не помню, кто там воевал. Отличненько, отличненько. Сейчас парня этого, ага. Раздаем, сейчас того раздаем. Шикарно, все хорошо идет. Шкварится парень. Не по-детски перерывчик делаем, отходим в сторонку. И сейчас повала будем убивать. Отлично, на расстоянии 300 метров. Чтоб не зацепил нас. Прекрасно. Пытается нас огнем спарить. О, еще один триплекил. О, как хорошо мы их под орех разделали. Качайте, ребята, пушки. Пушки-пиздушки. Ну, еще есть время. 35 тысяч хп, пилотка влажная, стальные яйца. Вот что делает название клана-то с бойцом, ребят. Просто могучий воин, братуха, тебе непобедимый. Пизденыш, блядь, лучше бы он перезаряжался бы вовремя. Идем, идем в атаку. Ну, все, по маякам мы выиграли. Отлично, нифига себе, стальные шары. Шары из стали. О, даже можно рекламу посмотреть. Не, потом, ребят, потом, потом. Не до рекламы сейчас. 906 тысяч хп. Мы играли против Повала. Притом Шаляй, Клюков и Повар, они с нашего клана. Да, нет, а этот с Витязя, с первого клана Повал. И они встретились, видите, в одном бою. Мы встретились. Я их уделал под никнеймом Пилотка. И огненный шар. Я думаю, что за стальные шары, блядь? Огненный шар. Вот в чем фишка-то. Что там атом, ребята? Атом это просто атом. Ну, атом. Это даже не молекула, это атом. И получается, что атом, он атом. А вот огненный шар, он рулит, ребята. Я думаю, клану атом надо добавить огненный атом. И тогда действительно будет зашибись. Атомцы, слышите меня? Давайте переделывайте свой клан. Алекс Фантул меня приглашает. Ну что ж, посмотрим, что они написали в чате. Да нифига, тишина полная. Короче, тоже клан мертв. Твои, походу. Ну, это будет видно. В одни сутки я здесь посижу. Твою награду мы получили. Мою награду. Отлично, здорово. И давайте еще раз в бой сходим. Проверим удачу. Действительно ли огненный шар, клан огненный шар. Да-да-да, клан огненный шар, ребята. Клан огненный шар. Не путайте там с остальными шарами. Огненный шар, да, прикольно. Ну все, онлайн зависит от людей, превосходство. Давайте мы возьмем, наверное, Хаечи. Да, возьмем Хаечи и попробуем на каком-нибудь фланге что-то там отдержать, можно так сказать. Давайте попробуем на левом фланге. У нас Кумихо побежали на правый фланг. И притом там гидродрочер пилот. Надо запомнить его, кстати. У нас тоже еще один, смотрите, парнишка тут пытается маяк захватить. Блять. Ну вот, в принципе, ребят, я так и думал, нахуй. Что стоит какому-то телу выпрыгнуть, и полробота на шоках уже не будет. Отлично, задушили парнишку. Бойся, бойся, гидр. Братушка, бойся, гидр, гидр, гидришек, бойся. Давайте попробуем захватить маячок, а потом уже будем прикидываться шлангом. Вот там гидродрочер. А это нет, это Урал какой-то. Что-то мы очень медленно захватываем. Там грифон у нас 400 метров. Опа, гидродрочер добрался до братушки. Блять, и никуда не спрятаться. Ха, сука, понаделают гидродрочеров. Опа, это у нас были смертельные пушки, пиздушки, вортексы с афидами, наверное, я так подозреваю, да? Да, тут ребятухи меня хотели зашпилить. Бля, ну ладно, тоже неплохо. Ну давай, в чем проблема? Все отлично, здорово, убили. Давайте будем прятаться. Вот этот тулумбасник что-то там накидал кому-то. Неплохо тулумбасник работает. У нас центральный маяк пытаются отжать. Но не получается. Сейчас мы делаем прыжок. Прыжок мы делаем, наверное, на смерть. У нас очень мало хп. Да, это у нас Кумихо. Стреляем на опережение. И шок-трейнами его долили. Да, быстро меня с Коржи разобрали. Давайте возьмем инквизитора, робот с инвизом. И пойдем опять тоже вперед.
тоже кого-нибудь попробуем зашпилить. Смотрите, клан Огненный Шар приносит братушке удачу. У нас здесь парень воюет один, полностью в одно лицо. На такой же сборке, как я. Давайте поддержим пацана. Отлично, ребята. Это два огнива. И они шкварят братушку. Прекрасно, здорово. Но я думаю, надо отходить в стороночку, иначе мне тут будет очень жарко. У нас там по правой стороне какое-то тело, может, мы его завалим. Это пилот Урбай А-46. Урбай. Урбай-врубай. Но он отходит, он боится. Конечно, он знает, против кого играет. Он тоже на гидрах, что ли? Пиздец, блядь. Как сделали гидры, чтобы они вообще залетали? И так уже к стене прижавшись, блядь. Куда еще-то, нахуй, прятаться? От этих гребаных, блядь, гидрочеров. Пусть проклят тот день, когда их придумали. Давайте прятаться под навес, тут все будем прятаться, нахуй. Сейчас еще Фейс у нас попробует, наверное, захватить маяк. О, нихуя там арканы полетели. И сразу Скорджи. Тут все подряд, давайте сделаем инвиз. И попробуем этого парня отшкварить. Где мой Эмбер, могучий Эмбер? Убили парнишку, неплохо. Шок-трейнами там его затрепали. 14% у нас ХП. Парня доливают. Ага, шок-трейны сейчас только что в меня летели. Давайте маленько отступим. Маленько отступим, только маленько, ребята. Ох, ёпты, убил меня. Но это было обоюдное, наверное, убийство, хотя вряд ли. Давайте возьмем Скорджа. Фу-фу-фу-реки. Сейчас пойдем под прикрытием физического щита. Блять, гидродрочер так и стоит, хуячит. О, тело тупое. Оп, классно, но не добили, отлично. О, теперь меня гидродрочер услышал, походу, блядь, что он гандон и начал меня штопать. Давайте сейчас мы этого хаеча зашкварим. Хотел сказать, давайте поможем поцаку, но уже бесполезно там помогать. Все, сдохло там уже. Прицел не, блядь, вот. Это у нас кто? Ага, понятно, шок-тренист. Будет ломать мой, меня полностью будет ломать. Сначала мой щит, потом меня, да? Да хуй тебе, парень. Мы быстрее тебя сломаем. О, отлично, здорово. Давайте еще парень там какой-то... На спектре, где же? Мне пол. Ох, полробота как раз так хватает. У нас парень прыгает, короче. Доберем парня. Отлично. И теперь еще прыжок сделаем назад. Апа, победили! Огненный шар, клан, ребята! Такой прикольный огненный шар. Здорово, блин. Ну, дамага мало сразу видно. 600 тысяч всего. Но победа! Победа была прекрасная. Победа была красная. Ой, нет, зеленая была победа, красная была проигрыш. Совершили бы платеж, полтинник дают. Одержи победу, мы 30 заработали. Полтинник дают, че издеваетесь? Полтинник, платеж любой. Дешевка. Фу, бля. Ну что ж, молчит клан. Молчит вообще огненный шар. Конкретно молчит, бедняги. Блин, всего два человека. Сашка, 56-й рус и Карчагин. Карчахин. Не знаю, как его зовут. Что у них там за призыв, кстати? 34 с 36. Тут... А так-то активный. Ну, человек 10 можно изгнать. Остальных вот эти по 300 кубков, 800 кубков оставить. Так, что там? Кэттуб, 500+, вместе мы сил Россия. Да, ну что-то типа такое, короче. Давайте настроим клан. А, блядь, настроить мы его не можем, это не наш. Огненный шар и, главное, кофе такое нарисовано. Кружка кофе, да, прикольно. Увеличь мощь своего клана. Ну, своего я, может, увеличу, а огненный шар пускай сам справляется. Давайте под его, этим, как это называется, флагом. Пойдем еще повоюем. Давайте возьмем спектра и, наверное, пойдем в город. Матрешка за нас играет, матрешка. Русская матрешка. А матрешка действительно русская. Кстати, 3 семерки играют за нас. Или 5 семерок. Давайте упрыгнем по самое пипец далеко. Только, блядь, наверное, не получится убежать. Всего 4 секунды там инвиз после падения моего тела. Так, сейчас нулики 2300 тысяч, что там. Пытались меня похарачить, но, судя по количеству дамага, я его расхерачу. И сейчас его добирают. Отлично. Прекрасно. Не будем омрачать эту победу. Сейчас просто сделаем прыжок назад. И еще одного парня сольем. Здорово. Теперь еще один маячок захватим. КДшимся. Центр прикрываем. 350. Шок-тренист. Спектр на шоках. Славенько. Вот меня парень подбросил. Учитесь это делать. Парнишек сейчас посливаем. Даже чихнуть не успеют. Опа, уходим. Паучку хотел привет передать, не получилось. Не, а может и получилось, я не заметил. Окей, давайте прыжочек еще один от КДШ. Никто не обращает внимания на братуху YouTube, согласитесь? Абсолютно всем пофигу. Паучок. О, спектр на шоках. Это Сочи какой-то. Странный Сочи. Отпрыгиваем. Нам робот дорог. Ребята, робот дорог, робот хороший. Не стоит так с роботом вести себя. Мало кто знает, что я это я. Сейчас парень там испробует. Прыжок. Не хочет он тратить прыжок на парня. Hello, потому что здесь рядом стою я. А вот он и прыгнул. И что ж у нас получается? Я, блядь, очень... Блядь, да что нахуй такое? Я зацепился, ребят. Ой, к сожалению, я зацепился. Зацепился хером или носом длинным. Хуй знает, но зацепился. И меня слили.
Позорно. Я даже не заметил, арканами какого? Зеленого или какого? Просто зеленого так приятнее бомбить. Опа, зато Сочи слили. Ха, на взлете. Как меня, в принципе, на полете. Не очень удачная респа, еще раз вам говорю. А это прекрасный шанс набить 200 тысяч домашки. Ну, а теперь будем кдшиться. У нас там Сочи. Ну, давайте попробуем пиздануться на правый фланг. Отличненько. Мы его завалим, не волнуйтесь. Сейчас будет прыжок, я насквозь его прыгну, и все. Он думает, что меня завалит. Нифига. Ему же надо что? Вот и все, ребят. Потерял он меня из прицела, и... И все. Жаль, второго прыжка не было. Так все нормально, вот так разносится. Победа, ребят! Третья быстрая победа. Под знаменем огненный шар. Огненный шар рулит. Тут домашки побольше, судя по серебру, уже 600, на то же самое. Но в топке. Но они играли в меньшинстве. Ну, молодцы, в принципе, молодцы. Классно сыграли, здорово. Мне понравилось. Огненный шар. Ребята, ставим лайки, оставляем комментарии. Что ж такое? Вчера под знаменем атом у нас были одни поражения. А здесь огненный шар прям-таки рулит. Что за хреноботина такая происходит? Может, действительно, это какая-то аура кланов присутствует в этой игре? И вообще, может, в других играх аура может быть какая-нибудь черная или какая-нибудь там синяя или желтая. Вот, тогда поставьте, короче, в комментариях, какая аура у... Ну, судя по моему видосу вчерашнего с атомами, я играл там, ну, не с атомами, а с одним человеком, просто под флагом атом. Поставьте, пожалуйста, комментарий, аура какого цвета у клана атом. И поставьте комментарий рядом, огненный шар, какая аура. Вот я, например, делаю так, атом черная аура, а огненный шар... Я думаю, красная. Он же огненный, прям красная аура. Ну что ж, а вы пишите в комментариях, может, у кого-то свои варианты ответа есть, а может и такой, как у меня. Если ребята выйдут на связь, и завтра как-нибудь быстренько они меня там не будут куда-то убегать в бой, и окучат меня, скажут, братуха, хп, иди сюда, на тебя, сука, пиздуй, давай с нами снимать. Когда я войду в игру и скажу, привет, можно с вами поиграть. Если они меня не отпустят, как атомцы, то я сыграю с этими парнями. Если отпустят, уйдем в другой клан. Также я могу и к атомцам обратно вернуться, если кинут приглас, и все-таки будут поактивнее. Я понимаю, что я не какой-то там шишка и звезда, но просто, не знаю, может, весело кому-то так играть со мной и смотреть потом. Я же не зазвездился, чего там. Обычный человек снимает любимую игру. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравились эти каточки. Прикольные каточки были такие, здоровские. Я первый раз, наверное, за долгое время, первый раз увидел отсутствие, не заметил присутствие чужих глаз на моем аккаунте. То есть я играл свободно, легко, никто на меня не обращал внимания. Если это тоже заметили, пишите, братуха, да, ты прав, мы тоже заметили. И также ставьте лайк или дизлайк. Ну, когда ставите дизлайк, обязательно напишите, по какой причине. Чтоб я вас забанил или, наоборот, принял к сведению. Все, ребята, пока-пока.